На еженедельном брифинге для журналистов глава администрации Николай Бова подвел итоги летней ремонтной кампании, которая в сентябре будет завершена в Апатитах в срок и на достойном уровне. И действительно, этим летом город кардинально преобразился. И на въезде со стороны аэропорта Хибины, где организовали кольцевое движение, и в старых Апатитах, где проведено комплексное благоустройство, и в центре. Причем обновлены не только общественные пространства, но и дворы. Юлия Астахова расскажет, что изменилось. Зиму мы встречаем с улыбкой, с хорошими настроениями, осознанием, хорошо сделанного. Хорошее настроение теперь наверняка не покинет жильцов очередных 23 дворов, отремонтированных этим летом. Работы завершены на Жемчужной 8 и 12 в старых Апатитах. Улицы Зиновьева, Дзержинского с четными номерами домов с 36 по 46 и Космонавтов 38. А также на Северной 26 и 28. Здесь, кстати, обновили не только асфальтовое покрытие у подъездов и уличное освещение. В рамках подходов к этим территориям отремонтирован тротуар, полностью заменена система лотков. Вот. Также полностью отремонтирована лестница, полностью разобрана, сделана заново. Еще два дворовых комплекса будут приняты в ближайшие недели. На Дзержинского 47, 51 и 59 благоустройство на финишной прямой. Установлены даже новые скамейки и урны. И, несмотря на все сложности, в срок будет сдан последний, самый проблемный объект – Строителей 67, Космонавтов 43, где многие годы скапливались воды из-за вышедшей из строя ливневой канализации. На сегодняшний момент полностью по 67-му дому и один колодец на углу 43-го дома уже установлены, трубопроводы проложены, вход через арку также выведен. Результат уже радует и тех, кто приложил максимум усилий, и самое главное – жителей. А потому и у руководства города претензий к благоустройству дворов нет. Нет у меня никаких нареканий. Работа была построена очень четко. Начали рано, подрядчики надежные. Поэтому на сегодняшний день практически работы близки к завершению. В следующем году в Апатитах отремонтируют еще два десятка придомовых участков. Тем, чьи дворы попали в этот список, уже в ближайшие месяцы следует принять активное участие в обсуждении предстоящих работ. Дополнительная информация о благоустройстве территории есть на сайте органов местного самоуправления. Также уточняющие вопросы можно задать специалистам Управления городского хозяйства. Телефоны для связи на экранах.